Вот было, да, приехали. Объятия и всеобщее ликование. Сводный отряд полицейских вернулся на малую родину после продолжительной командировки. Долгие 6 месяцев полицейские обеспечивали правопорядок на территории Северо-Кавказского региона. С поставленными задачами стражи порядка справились успешно. Командир, слова благодарности, что достойно организовали работу, не опозорили, не подвели ни коллектив МВД, ни всю Чувашскую республику. Поздравляю с прибытием. Спасибо за службу. Отличившимся службе сотрудникам генерал-майор полиции Виктор Шмитков вручил различные награды. Впереди у полицейских 14-дневная изоляция. А после они приступят к исполнению своих служебных обязанностей в родных подразделениях министерства.